15 января по 15 февраля на территории Подмосковья во второй раз проведут ежегодную экологическую акцию «Подари своей елке вторую жизнь», в рамках которой натуральные новогодние деревья будут принимать на переработку. В каждом городском округе откроют в среднем по 2 специальных брендированных пункта приема. Отслужившие елки фактически получат вторую жизнь. Вот лишь один пример. Из древесины изготовят элементы для игровых площадок, которые будут переданы в детские дома.